покупаю грушу осеннюю и летнюю. Одна из двух грядки. 940 рублей со скидочкой 700. Сегодня мы решили посадить грушу. Груша называется летняя красуля. Она купили двухлетнее растение. Да, двухлетнее. Сажень стоил 550 рублей. Купили в городе Чебоксары. Его мы уже посадили. Здесь муж сейчас копает для второго саженца. Второй сорт. Вот однолетнее растение. Называется осенняя забава. Раньше здесь у нас росла вишня. Вишни было слишком много. Слишком много, и мы решили все это убрать и посадить сюда груши и черешни. Поливаем. Удобряем. Так. Сажаем. Это не реклама. Это что у нас? Реклама. Средство для чего? Удобрение. Калийное удобрение. Тоже посоветовали там. Фитолайне в городе Чебоксары. Удобряем вот так. Примерно 40 грамм на 1 квадратный метр. Муж жамкает красиво. Удобрение посыпали, водичка посыпали, землей посыпали. И все, почти готово. Будем ждать урожай. Это у нас однолетнее растение.